Поплавать, отдохнуть, получить порцию витамина D теперь можно официально на 5 пляжах Кургана. Техническое освидетельствование накануне Дня России прошли Кировский пляж, Бабьи Пески, пляжи на бульваре Солнечном, на Голубых озерах и в Западном. В местах массового отдыха проверялись акты о проведении водолазного обследования акватории, наличие спасательных постов, границ заплыва, а также соответствие пляжа санитарным нормам. Известно, что сейчас на пляжах вспахивают песок, устанавливают контейнеры для мусора.